это шопа уже девушек не берут работать, да?
Полностью добрый. Угу. Что нет, месяца есть. Ну, есть, конечно. Тоже выстроил там школу обучения, к нему приходили, там ученики, которые обучал. Ну и так интересно за ними наблюдать жизнь. В Инстаграм ведут страницу. Mm-hmm. С чего начиналось, как ремонт делали, как все запустилось. Ну вот почему не такое получится? Ставка аренды не такая высокая. Начать с малого, потом больше, больше, больше. Ну, на минусе. А? На минусе. Все сначала место найти, где можно одному там, да вот максимум два поставить. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Я вот как-то видел, на крыше сдавали в аренду помещение, уже готовое. Оборудование. Совсем. Оборудование у нас все место, я буду просто сделать немножко другой стиль под свой бартер, да, показал. Начать с этого. Сам работаешь, а второе место, вот, кого-нибудь берешь, да? Сначала до двоих сделаем. Два рабочих места. По-любому аренду окупишь, если сам дальше работаешь. Рабочий ключа взнос нужно, конечно. Это ключем аренды. Он не слава. Он может быть себе, но он не слава. Марку держит, ты же правильно говоришь, дисциплина. Вот как меня встретили, кофе предложили, чай предложили. И в каждой парикмахерстве, в каждой барбершопе такой будет сервис, правильно? Из мелочей складывается. Кофе машину купил, не такая уж она дорогая. Но все равно уже клиенту приятно. Искусственно это создал.
это смс на дальнем стоит. Посылка на смс на дальнем стоит. Да, снимем.
Если примерно 100 слов.
Нет, 20. Знаешь, вот здесь как некоторые стрибуты, то плохо перекидывали. Идеально. Да? Замечательно. Может, чай, кофе? Да нет, у меня же там жена на лавочке ждет меня, рядышком. Вот так и пошла туда, как я там на лавочке. Спасибо.